Реформа госкорпорации Китая входит в решающую стадию. Финансовые регуляторы страны определили ее цели на текущий год. Правительство намерено превратить государственные предприятия в полностью независимых участников рынка. Чтобы решить эту задачу, им придется изменить систему управления. К работе привлекут профессиональных топ-менеджеров. Причем конкурс на вакансии будет открытым. Участвовать в нем смогут все желающие. Госкомпании попросят четко определить функции советов директоров и внедрить гибкую систему начисления заработной платы. Им также разрешат экспериментировать с продажей акций своим сотрудникам. Повышать эффективность работы будут и другими методами. Предприятия смогут использовать госкапитал для инвестиций и покупки бизнес-активов. Правительство КНР будет стимулировать слияние и поглощение в госсекторе, а также одобрит привлечение средств из частных источников. Кроме того, деятельность государственных компаний станет полностью прозрачной. Их обяжут регулярно публиковать операционные и финансовые отчеты.